what could that be? But don't you think for one moment that the owners of these factories won't replace you? Я не собираюсь на вас работать, преступники. Если надумаешь артачиться, мы наведаемся в гости к твоей семейке. Не смей их трогать! Дышите, они отстали. Ненадолго. Теперь мои дети, они... Что от вас хотят висельники? В городе полный бардак с тех пор, как накрылись компании Эдуэй и Милнера. Так и надо. Вот бабы и накинулись. Стой! На... Лакомый кусок! Спасибо, Джейкоб. В городе только я делаю амнибусы. Они требуют, чтобы я работал на них. Мы планируем основать единую транспортную компанию. Как там говорят в Америке? Сделано народом для народа. Такой мы хотим видеть лондонскую главную амнибусную компанию. Но эти гады завладели купчей на эту и транспорт. Без нее у нас ничего не выйдет. Ну, давай, мистер Бейли, меня зовут мисс Фрай. Считайте меня вашим союзником. Но... Вот так вот. Тормози. Вперед. Thank you.
Вот так. Потише. Какая-то девка! Гоните ее! Бейте сильно! Вышибай ей мозги! Убейте ее!
Вот доберусь до тебя, так и проучу. Люди Рота все поняли. Вашу семью не тронут. Ну, разве не сокровище? Основатели лондонской главной амнибусной компании. Все хорошие ребята. Мы мигом дело наладим. Спасибо, мисс Фрай. Не за что. Ну, говорите. Новости плохие. Что ж, валяйте. Взвалю их на свои плечи, а вось не надорвусь. Топенни грабит Банк Англии. Председатель? Мне лучше присесть. У нас нет времени, возможно, он уже в хранилище. Как вы войдете? Знать не хочу. Хорошо, но скажите, как туда можно войти?
банке хранится золотой запас Англии. Поэтому его строили как крепость. Есть управляющий, мистер Осборн. Свободный доступ в хранилище только у него. Выследить можно у входа. Ах, да. Один охранник постоянно следит за хранилищем. Если увидит вас, наверняка запрет дверь. Гас Говард, капитан стражи, хорошо знает Топенни. Думаю, он в деле. Мистер Фрай, прошу, действуйте скрытно. Нам обязательно нужно поймать Топенни с поличным. Не показывайтесь ему на глаза. Речь идет о Банке Англии. Если что, я буду в атриуме. Под прикрытием. Топенни из хранилища не уйти. Бойтесь испачкаться. Рад снова видеть вас, сэр. Прошу прощения, что заставил ждать. Я тоже рад. Покончись с этим. И в Ирландии пострадали из-за пени. Не волнуйтесь, мы позаботимся о вашем благе. Я тут, мистер Фрай. Чудно. Пишите, присоединяйтесь. Я помогаю домой. Там много интересного. Благодарю вас за визит. До свидания. Господин председатель, скажу ему, как вы мне помогли.
Вот недотёпы. Больше вы не украдете у жителей Лондона ни шиллинга. Они ничего не смыслят в инвестициях, а мы знаем в этом толк. Без нас ничего бы не построили и не улучшили. Без нас ничего не было бы. Это мы помогаем создавать. Нет, создаем будущее. Разумеется, за это надо платить. Это их город, а не ваш. Без нашего вклада не было бы города. Но в последний путь. Надо догнать его!
убийство! Слава богу, полиция! Мы спасены! Арестовать их! За грабеж народа Англии! Банк Англии будет закрыт на неопределенный срок. Фунт сделался посмешищем. Инфляция чудовищна. Топени жестоко убит. А парламент сидит сложа руки. Биль будет отклонен, сэр. Этот буфон Дизраэли свое получит. Клянусь честью, все уже устроено. Ваша честь ничего не стоит. Как вы смеете? Лондонские бедняки долго страдали. Чтобы компенсировать инфляцию, я поднял жалование моим людям. Что? Я бы с радостью заплатил всему Лондону. Ну а вы сидите в клубе и обещайте то, за что честью не заплатишь. Впрочем, ваша семья. Сколько дадут они, чтобы в газетах ничего не появилось? Пожалуй, не меньше, чем Дизраэли даст за ваши яйца. С другой стороны... Зачем ограничивать себя? Ведь можно получить все. Как думаете, мне не откажут? Хватит уверток! Парламент будет управлять страной, как раньше. Понятно? Выход найдете сами. Письмо для меня.